В Санкт-Петербурге действуют катехизаторские курсы, созданные по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с целью духовного просвещения православной молодежи и взрослых. В рамках проекта проводится подготовка слушателей по базовому курсу. Первый год обучения – православное вероучение, четвероевангелие, литургика, введение в аскетику. Второй год обучения – Ветхий Завет, сравнительное богословие, апостол, деяния и послания святых апостолов. Начало занятий – 17 сентября. Занятия будут проходить в конференц-зале крипты собора с октября по май, один раз в неделю по пятницам с 18 до 21 часа. Телефоны для справок. Плюс 7 921 946 65 36. Дарья. Плюс 7 952 269-67-96, Владимир. Плюс 7 950 027-39-21, Ксения. Адрес: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2.